Ну вось нарэшце і Ашмяны. Недзе сярод лесу стаіць знак. Зубр, вагі і шчыт. А да самого горада яшчэ вон далёка. Тут было залева, по-моему. Или тут всегда такое после дождя. Движение в центре города сильное. Вон туда вот мне смотреть костёл, синагогу и кафе. Костёл я уже на горизонте вижу. Кафе пока не вижу. Справа Беларусьбанк. И где-то здесь же должно быть кафе. Но я его что-то не вижу. В общем, понятно, по карте кафе там же, где магазин Почастунок. Раз уж я у костёла, то я к него и загляну. Костёл в Ашмянах. Там чего-то написано на латыни, но латыни я не разумею. Ну, Деум, возможно, Бог. Костёл Святого Михаила Архангела, 1906 год. Попробуем зайти. Тут заперто. Наверное, надо попробовать в боковую дверь зайти. Сделали ремонт. Ремонт — это хорошо. Будет красиво. А вот тут, видимо, остатки старинной кладки. Так, ну туда я не пойду. Там сильно отполированный пол. Богоматерь. Наверное, какая-то чудотворная, судя по приношениям. И вот еще какая-то старинная икона в золотом окладе. Видимо, очень древняя, судя по темному лику. Пойдем. Беленький, высокий. Чем-то похож на Софийский собор в Полоцке, вот этими своими башнями. Здание Беларусьбанка красивенькое. Посмотрим, что здесь еще есть интересного. Вот центральная площадь Ашмян. Тут парк. Вот впереди церковь. Ну, церковь самая обычная, беленькая, с синими крышами. А вот здание, в котором аптека находится, очень интересное. Причем тут очень хитро. Находится одна аптека и вторая аптека одновременно. Ну, в церковь смысла идти нету. Там вот был магазин кулинарии. В принципе, если в кафе будет закрыто, можно будет купить что-нибудь готовое, какие-нибудь чебуреки в магазине кулинарии. Вот красивое здание. Вот это, я думал, и есть кафе. Вот тут в здании магазина Почастунок должно быть кафе. Кафе Галактика. И, судя по пыльной ручке и отсутствие вывески, кафе давно не работает. Тут два варианта. Или зайти посмотреть, что у нас есть в кулинарии, или ехать в кафе Корчма. Кафе Корчма прилично на выезде из города. Пойду-ка я в кулинарию сначала. Где же синагога? Синагоги не видать. О, видать. Синагога тут добрая. Сейчас подъедем. О, это высокое кирпичное здание и есть Ашмянская синагога. Она, естественно, не действующая. И подход к ней охраняет какая-то злая собака. Находится она во дворах. И так прямо с улицы ее сложно заметить. Может быть, с другой стороны есть подъезд?
народ на электромотоцикле катается. Считается, что это самокат. Какой же он нафиг самокат? С такой мощностью, с такими колесами. Двухместный. Ну-ка, ну-ка, смогу ли я с этой стороны, с этой улочки подъехать к синагоге? Нет, только чуть-чуть крыши видно оттуда. Застроили синагогу дворами, дворами, домами. Никак ее не увидеть. И собаку посадили. Вот отсюда, со стоянки, еще немного ее видно. Здание синагоги. А, вот тут вдоль забора, наверное, можно к ней подъехать. Да, точно. Вот она. Ашмянская синагога. Место молитвы евреев. 19 век. Вот нашел я синагогу в Ашмянах. Вот интересно, до какого года она действовала, синагога? Возможно, она до каких-нибудь 90-х годов и действовала, пока евреи массово уезжать не стали в Израиль. Сейчас вот глянем тут на картинках, как она выглядела раньше. Вот тут было гетто около 4000 человек. В послевоенное время райпо владела. С 12 года владеет отдел идеологической работы. Внутрь не попасть. На картинках немного показано, как внутри выглядит. В 2012 году был проект реставрации. Так, проект реставрации проектом и остался. А неплохо было бы сделать здесь, например, музей. Но, как обычно, нет денег, всем пофиг. Синагога стоит заброшенная. Застроенная частными домами. Где-то во дворах. Вот. К ней даже подъезд найти сложно. Все, едем жрать. Что-то магазин кулинарии меня не впечатлил. Были там, в принципе, куриные отбивные, салатики. Но хочется как-то хорошо и красиво поесть и вкусненько. Подарки, посуда. Может, что так увижу. Окна, двери, линолеум. Там тоже не похоже, что кафе. Тут МТС. А это, видно, огромное здание исполкома. Красно-зелеными шариками что-то празднуют. Нашел кафе в Ашмянах, прямо в центре города. Называется Старый Город. Такое крутое место, красивое. Ну и цены, соответственно, тоже дороговатые. Думаю, тысяч на 10-15 наем, даже больше. Но посмотрим, как на вкус. Обстановка здесь очень ничего. Велосипед там на входе пристегнул. Из обеденного меню у вас можно да? Щи со свежей капустой со свининой. Так, драники со сметаной. Mm-hmm. Драники без мяса, просто драники будут? Да, просто драники. Просто драники. И сырники. И чай зеленый без сахара. Все. Щи с мясом должны быть. Драники. Похоже на драники с полуфабрикатов. Еще должны быть сырники и чай. Все-таки драники было красивше. Где-то я в поставах ел, по-моему. В тене. Ой, не помню, уже надо глядеть видео. Так много городов было, что уже не помню, где ел смачные драники. Где-то ел. В Видзах! Во! В Видзах были смачные драники. А вот так красиво выглядят сырники. И чай. Потратил часик, пообедал в кафе «Старый город» в Ашмянах. Красивое кафе, вкусно кормят. Ну, дорого, конечно, но цены нормальные по ценам, как кафе, как кафе. Мой обед мне обошелся в 11 рублей 75 копеек. Нормально, я думаю. Нормально. Можно было, конечно, подешевле, но я же хотел сырников. Вот. И борщ я хотел с мясом. Надо нагуглить, как ехать в сторону Сол и ехать туда, в Солы. С новыми силами, поевший как-то и лучше крутится. О, впереди Гранд Отель.
не про... А, Град отель. Мне показалось, Гранд. А это вот большое отделение Белпочты. Одно уже было большое, и вот второе. Вот то здание красивое с колоннами, я так подозреваю. Наверное, Дом культуры. Что же это еще может быть? Вот только как-то так. Останавливаемся, перешагиваем дальше. Бордюры, бордюры, бордюры. Все, как у нас в Беларуси любят. Побольше бордюров, повыше бордюры. Ресторан «Империя». Ой, я не знал, где поесть. «Империя» ресторан. По-императорски можно нажраться. Солярий. Неужели еще модно солярии? Отделение Приорбанка есть. Вот какой-то старенький домик интересный. Вот тоже дома похожи на те, что у нас в Чернове. О, обеды. Тоже можно было поесть. Вот не думал. Да, это все еще улица Советская. Странно, что я не заметил улицу Ленинскую. Наверное, где-то поперек Советской идет. Вот впереди какое-то красивое здание. Но оно с правительственным гербом. Может быть, опять что-то то, что нельзя снимать никогда и ни за что, во избежание чего-нибудь. Так, тут вот даже решетка против велосипедистов специальная, чтоб не ездили. Ага, суд, суд с пушками. Понятно теперь, чего тут решетки против велосипедистов. Чтобы они сюда не заезжали и не снимали. О, блин. Так и провалил я заднее колесо. Не знаю, сломал или нет. Сейчас отъеду, посмотрю. Потому что грохот стоял изрядный. Но возле суда стоять, ремонтироваться, мне осматриваться как-то совершенно не хочется. Вот. Тут еще даже ступеньки специальные сделаны, чтобы хуже было заезжать. Так, что ж там у меня с колесом? Вроде ничего, вроде выдержала. Так, надо разобраться, куда мне разрулить. Мне на Сморгонь. Но почему-то туда же, на Островец и на Вильнюс. Ага, прямо.